Сегодня 8 тысяч солдат США прибыли в Восточный Тимор. Это самое... Военная разведка сообщила, что руководитель Дарадан Доосу Хадиса Дона несет ответственность не только за кризис с заложниками 28 марта в посольстве США в Восточном Тиморе, Абрахимом Жаркежи по разработке программ для урегулирования грузинского информационного кризиса были признаны успешными. Спорадические столкновения с Дарадан До вдоль границы Восточного Тимора. США не потеряли... Воздушное пространство Франции. 2 апреля 2006 года, 21 час 49 минут. Что скажешь? Мир — это маленькая, противная, сложная штука, и все умирают одинокими. Что скажешь о Нормане Соте? Он маленький, противный и сложный. То, как он умрет, зависит от него. Похоже, Сот сам не знает, работает ли он на ЦРУ или нет. Не верь мне. Я прекрасно разбираюсь в людях. Значит, мы поэтому так хорошо уживаемся. В чем же затруднение? Два места в плацкартном вагоне. Похоже, как минимум два террориста смешались с гражданскими лицами в дешевом вагоне.
Но тебе придется действовать в закрытом пространстве. Я бы не стал применять оружие. У тебя не будет места для маневра, если возникнут осложнения. Свет.
приятели Брунтона из ЦРУ связались с нами. Правая нога Сота — это протез. Очевидно, он наступил на мину. Может выглядеть иначе на Термале. Идеально. Мещаю, это вы просили затычки для ушей? Ах да, мне очень жаль, но я не могу найти ни одной пары. Если ваши соседи снова начнут кричать, не стесняйтесь и вызовите меня, и я попрошу вас лучше. Спасибо, но мне очень жаль. Просыпайся, Пойндекстер. Для начала скажи мне, кто ты. Я твой дядя Сэм. Пришел убедиться, что ты до сих пор служишь мне. Почему я должен тебе верить? Тебя зовут Норман Сот. Спроси меня о каштановом дереве. Хорошо, замечательно. Что ты здесь делаешь? Если люди, с которыми я еду, увидят, что мы разговариваем, они убьют нас обоих. Тогда очень быстро расскажи историю Асадона. Это работа на управление. Объединенные шефы хотят вооруженного присутствия в Индонезии, и моя работа была частью плана. Это все, что я могу сказать. Кто тебя ведет? Клифтон Финч. Что насчет криогенной лаборатории? Сэр? Что на этот раз? Вас к телефону. Не высовывайся и не шуми. Извините, что разбудил. Это он. Это новый телефон? Мы вставили новую карту всего час назад. Хорошо, пошли в вагон-ресторан. Я не хочу говорить здесь. Он ведь врал насчет своего агента, да? Финч ушел на больничный на полтора года. Взломай его ноутбук и отследи Сота. Проследи за этим звонком с помощью лазерного микрофона. Мы пока не можем рисковать прикрытием Сота. Мишер, нам нужен этот телефонный звонок. Ставлю доллар против цента, что он говорит с Адоном. Но для начала взломай его ноутбук. Он может рассказать то, чего не скажет Сад. Все зависит от нашей мастадовской утечки. Я не знаю, 80% может быть. Просто у меня очень плохие предчувствия насчет этого поезда. Мне кажется, что наше прикрытие полетит... Ну, черт, не трубку. Нет, это у меня просто такое чувство. Кажется, сейчас говорить небезопасно. Хорошо, но делай это быстрее. Я рад. Шинбет? Ты шутишь? Я почти не верю, что Масата, а тем более... Конечно. Всегда убеждайся в том, что они знают, что ты делаешь. Точно. Это шутка. Да, Мэнгут, я могу идти? Еще 4 дня, а потом ты пули не пробивай. Сейчас говорить небезопасно, мне надо сойти с этого поезда. Нет, я не могу. Это невозможно. Конечно. До следующего раза. Хорошая работа. Грим? Секунду. Сфокусировавшись на тиморском мамбо ради целесообразности, наш переводчик начинает свою работу через пару секунд. Не спеши. Вот. Спрингфилдская демонстрация. 80% плюс жертвы. Кастер будет доволен. Что бы это значило, черт побери? Ничего хорошего. Как насчет этого? Может быть, ежедневные телефонные звонки, чтобы отложить выпуск? Переводчик все еще сомневается. Да. Нам нужно проделать большую работу. Забирайся наверх, Фишер. Мы вытащим тебя оттуда. Ты можешь попасть на крышу через люк переднего вагона.
нас гости.